Доброе утро, Богдан. Да уж, доброе. Имя погибшей выяснили? Татьяна Сергеевна Осадчая, 29 лет. Не замужем, детей нет. Была в этом доме, 4-й этаж, 37-я квартира. Оттуда и приземлилась. Что в квартире? Следов взлома нет, следов борьбы нет. Ценные вещи, деньги на месте, в общем, все в порядке. Да, под шкафом обнаружили пластиковый флакон с 3 таблетками, предположительно, амитриптилин. Антидепрессант? Видимо, покончила с собой. Ну что, скоро 30-ка. Мужем и не пахнет, одиночество. Тут любая в депрессию впадет. Ну, я ведь не впадаю. Хоть не за 30, я все еще не замужем. Ты другое дело. Самоубийство это или нет, нам нужно проверить все версии. Соседи опросили? Ценка занимается. Привет, ребят. Утро доброе, Богдана Анатольевна. Здравствуйте. Здесь я уже закончил. Пойду наверх поснимаю. Что скажешь, Борь? Смерть наступила где-то около часа назад. Множество переломов из-за падения с большой высоты. В том числе костей черепа. Самоубийство? Думаю, да. Значит, заканчиваем опрос свидетелей, оформляем суицид. Думаю, вскрытие все подтвердит. Я в этом уверен. А я не согласен. Макаров Андрей Сергеевич. Новый начальник лаборатории криминалистических исследований. Очень приятно. Майор Ковальская, Богдан Анатольевна, следственный отдел. Видите эти две раны у нее на голове? Они были получены еще до падения. Да, я зафиксировал их. Они не смертельны. И тем не менее, это говорит о том, что перед смертью жертва могла быть без сознания. Кроме того, обратите внимание на ее вечернее платье и макияж. И все сходится. Обычно женщины-самоубийцы хотят и после смерти выглядеть красиво. Убийца тоже так думал. Именно поэтому он приодел ее и накрасил. Довольно неумело, надо сказать. Кроме того, он не учел, что по статистике женщины-самоубийцы предпочитают яд, а не падение из окна. Это эстетичнее. Не так больно. Почему вы думаете, что ее переодел убийца? А вы бы надели красное нижнее белье под светлое платье. У нас здесь Шерлок Холмс. Я лучше. У меня есть волшебные инструменты и внимание к деталям. Например, пальцы жертвы мне говорят о том, что она работала налоговым инспектором. Ваши выводы сомнительны. Красное белье надел по рассеянности, а макияж мог просто размазаться. Привет. Что-то новое? Да пока ничего интересного. Жила тихо, мужчин не водила,
вежливая, со всеми здоровалась, родственников нет. А, да, работала в налоговой, инспектор. Идем в квартиру. А что у них с лицами? Да вот Андрей Сергеевич проявил талант криминалистического анализа. Определил профессию пострадавших по ее пальцам. Что, правда, что ли? Нет, конечно. Я просто нашел у нее в квартире грамоту лучшему налоговому инспектору. Я бы ему, конечно, врезал. Куда он взялся? Да из университета МВД, преподавал там год криминалистику. А до этого криминалистом работал в прокуратуре. Интересно. Спутался с какой-нибудь студенткой, вот его и выперли. Игорюш, а ты что, хочешь надеть этот галстук? Да. Ну, он совсем не подходит к этой рубашке. Разве? Сюда отлично подойдет тот, который я тебе подарила. Я тебе сейчас его принесу. Хорошо. А, да, еще. Я сегодня хочу быть у тебя на заседании. Зачем? Ты уже полтора года работаешь зампрокурора, а я ни разу не видела, как ты выступаешь. Я очень хочу посмотреть. Должна же я гордиться своим мужем. Ну, Аллочка, ну... Никаких «ну». Хорошо. Так-то лучше. Богдаш, привет. Привет. Говори громче, тебя плохо слышно. Не могу говорить громче. Слушай, моя сегодня хочет приехать на заседание суда. Ясно. Боишься? Не волнуйся, я не стану тебя компрометировать. Богдаш, ты только не обижайся. Все. Я не могу говорить. Отключаюсь, Алла идет. Целую. Ты с кем-то говорил по телефону? А, это по работе. Ничего серьезного. Иди одевайся. Mm-hmm. Одевайся. У тебя через 50 минут заседание. Галстук я повесила на спинку стула. Спасибо. Борис Евгеньевич, смотрите-ка. Что там? Ноготь на мизинце сломан. Ноготь? Действительно обломлен. Вы думаете, она сопротивлялась? Если это так, значит, надо искать обломок. Не знаю, как насчет ногтей, а кровь на обуви, да? На обуви где? Туфля, которая слетела, я нашел ее там, в 5 метрах. Кровь во время приземления никак не могла оказаться на ней. А значит, это случилось до падения. А вы молодец, Борис Ильич. Не так просты, как кажетесь. Если у вас нет проблем, значит, вы умерли. Ну, что еще сказать? Смерть наступила в 6 утра. Труп чистый, никаких ядов, никаких наркотиков. Перелом костей черепа в результате сильнейшего удара о крышу автомобиля. Есть и другие травмы, но это оказалось фатальной. Ничто не говорит об убийстве?
Выводы делайте сами. Это не моя задача. Я только констатирую факты. А что вы скажете про две эти травмы головы? Ну, они обе еще получены при жизни, обе не смертельные. Вот это со следами металлизации. Ее ударили по голове металлическим предметом? Угу. Но не только. Вторая рана была нанесена немного ранее, и я в ней кое-что нашел. Деревянная щепка. Точнее, бамбуковая. Вот вам и орудие. Итак, кроме этой бамбуковой щепки в одной из рак жертвы, мы нашли кучу отпечатков в ее квартире. Да, мы со Стасом все исследовали. Совпадений по базе данных не нашли. Дайте. Это верно. Там очень много отпечатков, и все они принадлежат одному и тому же человеку. И на спинке кровати, и на двери, и на кухонном столе, и даже на ярлычках от рисового чая. В узорах больше завитков, чем петель. Также усложненный рисунок на пальцах правой руки говорит о том, что это мужчина. Любитель рисового чая и эротических утех, который в порыве страсти выбросил свою возлюбленную из окна. Любовник? Это все фантазии. У нас нет прямых доказательств. Или это вы не хотите их замечать? Например, что вы скажете о крови на туфле Асачи, которая слетела при падении? Она могла пораниться, испачкаться. Мы сейчас с вами будем спорить или опираться на факты? Хорошо, я проверю версию о мифическом любовнике. Любовь – это не миф. Теперь буду знать. Так, Борис Евгеньевич, вы проверьте таблетки амитриптилина. Ну, состав на этикетке указан. Тогда сбегайте мне за кофе. Давайте я схожу. Я принесу кофе. Да, товарищ полковник. Да, сейчас буду. Кофе отменяется. Говорят, ваш новый начлаб крутой спец. Правда, я слышала, что с ним непросто. Ну, как он вообще тебе, а? Считать себя самым умным. Мы, следователи, без него ни на что не способны. Ну, а как мужчина? Вера, я к нему не присматривалась. Так ты присмотрись. Ну, уж получше вариант, чем твой Карпенко. Начальник лаборатории. Холостой. Наверняка с квартиры. Это же прекрасная партия. Откуда ты уже знаешь, что он холостой? Богдан, это первое, что девушка средних лет должна узнавать о мужчине. Да. Он не в моем вкусе. Да? Ладно, я побежала. Ну, пока. Беги, беги. Ну, как тебе первый день на новом месте? Освоился? Потихоньку. Спасибо тебе большое, Петр Федорович. Но ты снова рискуешь нажить из-за меня большие проблемы. Оставь, ты классный спец. Времена поменялись, теперь честные спецы в почете. Год назад ты говорил то же самое. И что? Мне пришлось уволиться. Мне тоже. А теперь мы здесь. Как тебе новая команда? Звезд с неба не хватает. Слушай, есть у меня для тебя один спец. Молодой, но смышленый. Насколько молодой? Главное, насколько смышленый. Заинтриговал. Ну хорошо, спасибо. Знаешь что? Благодарить будешь в следующий раз. Вы уверены, что не хотите чая или кофе? А-а. Уверена. Да. Ирочка, гости ничего не хотят, а мне сделай, пожалуйста, чашечку чая, как я люблю. Чуть да, позже. Да, конечно. Мне очень тяжело говорить о Тане. Мы ведь 5 лет проработали с ней бок о бок.
Я даже собирался ее повысить. А как она себя вела в последнее время? Она была немного расстроена. Все время о чем-то думала, о чем-то постороннем. Ее что-то тревожило? Несомненно. Но поговорить с ней не пробовали? Конечно, пробовал. Но она все время отнекивалась. Говорила, что просто немного устала. Значит, явных проблем на работе у нее не было? Да нет. Ничего такого, из чего можно было бы покончить с собой. А вы уверены, что она покончила с собой, да? А разве она... Извините, я, наверное, вас просто неправильно понял. В каких отношениях вы были с Татьяной Асачей? Отношения? Отношения исключительно деловые. А почему вы спрашиваете? Домой к ней ездили. Нет. А кто-нибудь из сотрудников налоговой? Может быть, она с кем-то встречалась, дружила? Насколько я знаю, Татьяна довольно замкнутый человек. И мне кажется, что среди сотрудников инспекции друзей и подруг у нее не было. Спасибо за помощь. Да не за что. Обращайтесь. Ага. Вы уже уходите? Да, мы закончили. На улице дождь начался. Это рисовый чай? Да, шеф всегда его пьет. О, какой зонт интересный. Бамбук? Наверное. Ваш? Нет, Игоря Владимировича. Ясно. А вы не против, если я одолжу? Боюсь промокнуть. Вы не волнуйтесь, мы вернем. До свидания. До свидания. Кровь на туфле не принадлежит Асачи. Это кровь другого человека. И судя по количеству лейкоцитов, человек этот чем-то болен. Чем? Пока неизвестно. Требуется более детальный анализ. Что у вас? Вы оказались правы. Из трех таблеток амитриптилина одна была яд. Яд на основе триацетата брадикинина. Интересно. Не вижу ничего интересного в смерти от бронхоспазма. Да, конечно. Но сам яд разлагается в организме человека за считанные минуты, и потом обнаружить его практически невозможно. И все-таки это говорит лишь о том, что она хотела отравиться. А вместо этого вдруг взяла и выбросилась из окна. Передумала? Во флаконе была только одна таблетка яда. Остальные антидепрессанты. Зачем ей это? Решил сыграть в русскую рулетку. Послушайте, Борис Евгеньевич, я ведь вам не нравлюсь, верно? Чего вы взяли? Да это очевидно. Вы хотели стать начальником лаборатории, а тут случился я. Вы расстроены, раздражены. В общем, я могу это понять. Нет, не можете. Я ждал этой возможности много лет, а вы? Зачем вы вернулись к практике? Вам стало скучно выседать на кафедре? Нет. Но если уж нам суждено вместе работать, то давайте работать. Иначе одному из нас придется уйти.
Я даже догадываюсь, кому. И я знаю это наверняка. Привет. Уже не шифруешься? Я рад тебя видеть. Ужасный галстук. Подарок Аллы. Ну ты что, обиделась? Зачем? Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Как к удобной любовнице. Ну зачем ты так? Как? Ты же знаешь, что совсем скоро все изменится. Да. Скоро мы будем вместе. А пока, пока нужно все просчитать. В конце концов, я зам прокурора. Гособвинитель в суде, я не могу допустить публичного скандала, да и ты тоже. Да я обо мне подумаю. Мне пора на допрос. Послушай, давай сегодня вечером я отвезу тебя в шикарный ресторан. Не испугаешься? Ладно, созвонимся. Вестибулярный аппарат, возможно, акрофобия. Друзья, у нас трофей. Где все? А меня вам уже недостаточно? Бамбуковый зонт. Посмотрим. Что, мифический любовник оказался из плоти и крови? Никто не говорил, что это зонт любовника. А я в этом почти уверен. Сачу ударили по голове именно этим зонтом. Осталось снять пальчики, вот вам и любовник. Ну что, Игорь Владимирович, одна из травм на голове Татьяны Асатьи была нанесена вашим зонтом. Заключение эксперта. Подождите, это какая-то ошибка. Ты дурачка-то не включай. Мы сняли отпечатки с твоего зонта. И эти отпечатки совпадают с отпечатками, найденными в квартире Асачи. Представляешь? Они там повсюду. Я ничего не знаю. И я не виноват. Я всю ночь провел со своей женой. Можете спросить, если не верите. Не спросим. И вообще, я хочу связаться со своим адвокатом. Пока вы не дадите поговорить с адвокатом, я вам больше ничего не скажу. Да уж, быстро он вас завернул. Надо было его дожимать.
Нас нет неопровержимых доказательств его вины, но то, что он напрягся, работает против него. Здравствуйте. Мне нужна следователь Ковальская. Я вас слушаю. Я жена Игоря Владимировича Старостина. Вы должны отпустить моего мужа, он не виноват. Откуда такая уверенность? Потому что это сделала я. Пойдемте с нами. Расскажите, что именно вы сделали? Это было вчера. В 6:00 вечера. Ну все, пока. Пока. Эй! Нравится спать с чужим мужем? Что молчишь? Язык проглотила? Ты для него никто, слышишь? Никто! Ну тогда нам разговаривать не о чем. Не смей уходить, когда я с тобой говорю! Да пошла ты! Ты что, сумасшедшая? Я тебя убью, ты поняла меня? Дура припадочная! Еще раз к нему полезешь, я тебя убью! Что было потом? А потом я ушла. Когда оглянулась, увидела, как она садится в такси. Какое такси? Номер машины не запомнили? Узнаете, работает ли на парковке видеокамера наблюдения и пробить машину? Есть. Первый, а? А то этому упрямцу ничего не докажешь. Ирочка, радость моя, конечно, ты. Ты. Так, я протестую. Вы вступили в преступный сговор. Ребят, ну давайте спускайтесь скорее, а? Я вас кофе хорошим угощу, а? Это, конечно, не тот кофе, как готовишь ты, но тоже ничего. Да я тебя умоляю, какой кофе она готовит? Она же кладет молоко вместо сливок. Слышишь, я тебе уже говорила, что капризничать будешь со своей женой, а я тебе только сестра. Ира, не слушай, не слушай. На правах вашего общего друга я заявляю, что ты варишь самый вкусный кофе во всем мире. Вот. А вот твой брат – старый ворчун. А ты льстец. Предложение еще ей сделал. Ну, как только избавлюсь вот от этого. Дай-ка кофеёк. Ну, обязательно избавишься. Только вот я за тебя замуж не пойду. А почему? Я ж тебе жизнь испорчу.
Знаешь что, поверь мне, как брату, она может. Ты нахал! Ты Дронов? Да, а вы кто? Какая разница? Ты вчера девушку подвозил. Ну, я постоянно кого-то подвожу, это моя работа. Часов в 6, у него была голова разбита. И что? Что ты штукаешь? Ты ее завалил, а? Ты! Ты чё, чё? Из машины вышел! Всё, 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 выхожу, выхожу. Стоять! 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 Дурок, а? Объявляй перехват. Значит, в ресторан? Ну да, в ресторан. Ты уверен, что тебе это нужно? Ну зачем ты так? Ты же все понимаешь. Но иногда мне кажется, что я даже чересчур понятливая. Извини. Да. Богдан, мы в таксопарке. Водитель Алексей Дронов сбежал. Но мы узнали адрес, куда он подвозил Асачу. Улица Тургеневская, 15, квартира 22. Поняла. Встретимся там. Да. Ну, это надолго? Возможно, на весь вечер. Хочешь мне подвезти? А кофе? Потом выпьешь. Подождите, пожалуйста. Спасибо. Вы здесь живете? Да. Я следователь. Следователь? Следователь Ковальская. Вам знакома эта девушка? Нет. А что случилось? Возможно, эта девушка вчера вечером была в вашем доме. Вы ее не видели? Нет. А она что, аферистка? Знаете, у нас сейчас много таких здесь ходит. Нет, она не аферистка. Кто живет в 22-й квартире? А, это Мариночкина квартира. Марина Лаврова, художница, картинки к детским книжкам рисует. А хотите, я ее вам позову? Ой, слушайте. Идите в свою квартиру и заприте дверь. Что же тут все-таки происходит? Идите к себе. Ну, хорошо. Хорошо. У вас дверь открыта. Можно войти? Полиция, есть кто-нибудь?
Марина Александровна Лаврова, 27 лет, художник-фрилансер. Рассталась с мужем около года назад и потеряла ребенка, умер от родовой травмы. Что у вас? Смерть наступила около 20 часов назад, но сейчас сложно сказать точно, от чего именно. Мне послышалось. Я думала, вы можете определить причину смерти по запаху ее духов. Я хоть и гениальный, но все же человек. Сейчас на теле лишь общие признаки смерти, которые могут означать все, что угодно. Единственное, что я могу сказать точно, смерть наступила быстро. Примерно через 10 часов после смерти первой жертвы. Верно. Еще из подозрительного флакон амитриптилина. Пустой. Амитриптилин. Тот же, что и в квартире Осачьей. Да. Есть. Нашел совпадение. Татьяна Осачья, она и правда была здесь. Хотела бы я знать, что она здесь делала. Вы понимаете, я не собирался убегать. Я просто подумал, что это бандиты. Я по работе 100 раз на таких нарывался. Она ничего не говорила? Куда приехала? Зачем? Да ничего, я вообще с ней почти не разговаривал. Тань? Добрый вечер. Вот привел вашу подругу, а отказалась ехать к врачу. Тань, что случилось? Заходи. Это кто? Да никто, он просто подвез меня. А, ну ладно, я, пожалуй, пойду. Да, да, спасибо, что проводил. До свидания. Да не за что. Вы только рану не забудьте обработать. Тань, что с тобой? Ничего. Ничего, просто семейные разборки. Марин, ты слышала о Жене? Умерла. И не только она. Марин, мне кажется, что-то происходит. Что происходит? С кем? Да со всеми нами, Марин. И вы сразу уехали? Ну да. Вы поймите, я в чужую жизнь не лезу. И лишние проблемы мне вообще не нужны. Возможно, мы все усугубляем и ищем то, чего нет. Так быстро сдаетесь? Нет. Но я контролирую свое воображение. В жизни случается, что бывают не только умышленные убийства, но и самоубийства, и несчастные случаи. Иногда просто кто-то кому-то попался под руку, например, во время ограбления. Как это было с вашей сестрой 1,5 месяца назад? Не стоит недооценивать других. Я знаю, почему вы вернулись. Впечатлением от допроса. Хотите? Нет. Зря. Помогает думать. Его история кажется правдоподобной. Согласен. Вы помните, на окнах квартиры Осачьей были наружные жалюзи? Защищалась от солнца, так многие делают. Да, но ее квартира не на южной стороне. И это значит? Это значит, что Осачья плотно зашторивала окна. Поэтому она могла отравиться, повеситься, утопиться, застрелиться, но она никогда не вышагнула бы в окно. Почему? Вот СМС от Смирницкого. Акрофобия, что это? Боязнь высоты. Значит, Осачью все-таки убили. Это было и так понятно. Но только вот что связывало Осачью с Лавровой и почему они умерли практически в одну ночь. И при чем тут амитриптилин? Вот это нам и предстоит выяснить. Вместе.
Труп целёхонький, не то что первый. Василиса Прекрасная ударилась озим и разбилась на смерть. У вас весьма оригинальное чувство юмора. Так вас только родные терпят. И мне кому терпеть. Жена умерла, дети выросли, разъехались. Вот думаю, может быть, кошечку завести. Не надо. А то еще препарируете по рассеянности. Это у меня оригинальное чувство юмора. Извините, коллеги, задержали. Причина смерти второй девушки известна? А вот мы как раз к этому переходим. Итак, она умерла от острой сердечной недостаточности. Но у нее не было ни инфаркта, ни базетовой болезни, ни порока сердца. Трицетат бродикинина в крови? Нет, ничего не наблюдается. А даже если яд и был в крови, то от него уже не осталось и следа. Уверенности нет. Убийство это самоубийство или несчастный случай? Да, кажется, что так. Снова нет зацепок. Да будут вам зацепки, будут. Главное в вашем положении – это верить. Верить во что? Не во что, а в кого. В меня. Самонадеянно. Что если мы имеем дело с чем-то вроде клуба самоубийц? Да, сказала глупости. Ничего, я уже начинаю привыкать. Может, вас подвезти? Я далеко живу. Тогда до свидания. До свидания. Я не собираюсь решать это сейчас. Да, встретимся завтра у прокурора. До свидания. Горюш, все в порядке? Да, как всегда, по работе. Слушай, ты там поосторожнее. Костя сказал, что в городской прокуратуре освободилась вакансия зама прокурора города. Я попросила его закинуть для тебя удочки.
Ты это серьезно? Да. А что Костя? Что Костя? Обещал. Я же его любимая сестра. А ты мой любимый муж. А ты моя радость. Ну, маску размажешь, маску. А который час? Спи, рано еще. Созвонимся? Созвонимся. Ах ты мой кандидат наук. Виктор Петрович вас ожидает. Прошу. Здорово, Витя. Неплохо ты здесь устроился, я смотрю. А этими отличается частная практика от казенной службы. Рад тебя видеть. Привет. Садись. Коньяк, виски? Да нет, спасибо. Знаешь, я, как ты правильно заметил, на казенной службе. Брось, какие могут быть церемонии? Мы с тобой с детства не разли вода. Ну да. А помнишь областную олимпиаду по химии? Помню, конечно. Мы так и с тобой вдвоем финал прошли. И знаешь, я был уверен, что я тебя сделаю. Ну так ты бы сделал, Витя. Ну да, если был бы чуточку поздоровее. А я ведь благодаря тебе криминалистом стал. Думал, будем с тобой заниматься одним делом, и вот тут-то я сумею тебя заткнуть за пояс. Знаешь что, судя по всему, тебе это удалось. Витя, я к тебе по делу. Давай. Мне нужен твой крутой биохимический анализатор. Не вопрос. Прошу. Так что с моей машиной? Починили? Все в полном порядке. Вот сейчас пойдемте. Патрубок остается вот только заменить, и все будет в полном ажуре. А чем вы до сих пор занимались? Послушайте, ну мы провели диагностику. Нашли ошибки, устранили их. Ну что, ничего ж непонятно. Хорошо, сколько мне будет это стоить? 600, да, 600 вложитесь. Говорили 300. Ну, послушайте, ну мы же провели диагностику. Обнаружили ошибки, их устранили. С этого 600 нормально, что? Сейчас приедет мой муж и будет с вами разговаривать. Костя сказал, что у тебя есть все шансы. Да. Он хочет с тобой встретиться и поговорить. Кто это? Да из банка. Неважно.
Так что, мне ему позвонить? Он укатил в отпуск. Приедет через несколько дней и сам тебя наберет. Отлично. За нас. Ну так что ты? Муж приедет. Он занят. Да, солнышко. А бабушка не может сходить с тобой к зубному? Хорошо, сейчас приеду. Распишите смету. Хорошо. Я все оплачу. Ну так вот, смотрите, ну, я вам сейчас все объясню. Пойдемте, пойдемте. Смотрите, ну потом... Может быть, вечером сходим в бар, выпьем, поговорим? Да, можно. Андрей, ты молодец. Молодец, что держишься после смерти сестры. Стараюсь. Скажи, я понимаю, грабителя Юры так и не нашли? Это был не грабитель, а убийца. Вот как? Умышленное убийство. И у тебя есть основания так утверждать? Есть. А-а-а. Грабитель взял все украшения из шкатулки, но почему-то не взял золотой кулон на шее у Иры. А-а-а. Ее задушили шнуром удавкой, но ничего похожего в квартире не было. Значит, грабитель взял его с собой и воспользовался. Но ты ведь понимаешь, что это только предположение. Понимаю. Но официальное следствие его почему-то не учло. И не установило личность по отпечаткам, которые убийца оставил в квартире. Андрей. Андрей! Иру уже не воскресить. А тебе? Тебе надо жить дальше. Нет. Пора. Здравствуйте. Богдан! Да? Богдан, вот, обзвонили всех, кого смогли. Список. Вообще знакомые есть? Не поверишь, фамилия Нестеренко, психотерапевт. А Сачи лечился, у него депрессия. А, и Лаврова тоже. Вы с ним связались? Пробовали, но секретарь сказала, что он будет после обеда. Сейчас собираемся съездить. Быстро к нему. И аккуратнее. Ну, ты что, сомневаешься в наших способностях? Успокойся уже. А где Ковальская? Мама вышла. Скоро вернется. А ты ее дочь? И как вы догадались? Будешь? У того, кто есть много конфет, болят зубы. Ничего, пережу. Мама водила меня сегодня к зубному. Вот оно что. А зубы лечила? Не я лечила, а врач. Дельное замечание. Больно было? Ну, врачу нет, а мне да. Я вот ненавижу зубных врачей. Таких и не надо любить. Им нужна не наша любовь, а наши деньги. Какая ты разумная девочка.
Я самостоятельная. И, кстати, к врачу могла сегодня съездить сама. Но мама за меня боится. Правильно делает. На улице полно плохих людей. Не больше, чем хороших. Андрей Сергеевич, познакомьтесь, моя дочь Яна. Уже. С новостями? Да. Помните кровь на туфле? Можете говорить при Яне, она привычная. Я привычная. Отлично. Помните кровь на туфле, Асач? Разумеется. Я провел исследование и выяснил, кому она принадлежит. Этот человек болен полицитемией. Это редкое заболевание, при котором у людей часто идет кровь из носа. И что это нам дает? Как я уже сказал, это очень редкая болезнь. И в городе всего 50 человек. Вот, я запросил список этих людей. Стеренко. Психотерапевт Асачи Лавровой. Хорошо поработали? Я – да. Теперь ваша очередь. Мне скажи, что тебе вечно на этих очкастых аспиранточек тянет, а? А я с ними расту, и умственно, и духовно. Да? Что-то как-то не замечал. А плохо смотришь. Вот. Иди работай. Добрый день. Здравствуйте. Рада. Я к вам друга на прием привел. То он совсем о депрессии с ума сходит. Вы записаны? Да, конечно. Фамилия? Фамилия моя девушка. Слишком известна, чтобы я ее называл. Шутите? Самую малость. Капитан Щеглов, нам нужно поговорить с доктором Нестеренко. Он у себя? У доктора Нестеренко сейчас пациентка. Ну, придется ее побеспокоить. Подождите, пожалуйста. Минутку. Подождите, пожалуйста. Девушка, у вас такой нездоровый цвет лица. Вам нужно меньше нервничать и чаще бывать на улице. Берегите себя. В чем дело? Полиция, нужно поговорить. Освободите помещение, я провожу сеанс. А мы проводим расследование смерти ваших пациенток. Прошу прощения. Подождите в приемной. Радочка сделает вам чай. Собственно, что случилось? Татьяна Осадчая выбросилась в окно. А Марина Лаврова умерла от сердечной недостаточности. Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Я не знал, что у Марины были проблемы с сердцем. Татьяна, я не думал, что... Господи, я не смог ей помочь. От чего вы их лечили? От депрессии. Это моя специализация. У Марины Лавровой много проблем. Она потеряла ребенка, от нее ушел муж. И у Татьяны не без проблем. Я не смог ее вылечить от депрессии, хотя динамика была. Но я, честно говоря, не думал, что она сможет так поступить. Амитриптилин. Вы давали его своим пациенткам? Нет. Точно? Я не выписываю химические препараты. Только в крайних случаях, но ни Марине, ни Татьяне не нужно было прописывать. Нет, я не выписывал. Простите. Простите. Когда я волнуюсь, у меня из носу идет кровь. Доктор, что вы делали во вторник в 6 часов утра? Гулял с собакой. Кто может подтвердить ваши слова? Разве что моя собака. Ну что ж, тогда вам придется проехать с нами. Я чист перед законом. В таком случае вам нечего волноваться, правда? Пойдемте, доктор, пойдемте. Спасибо. Thank you.
Есть. И что тут? 2 месяца назад еще 2 пациентки доктора Нестеренко умерли. Одну из них звали Светлана. Причина смерти – острая сердечная недостаточность. У всех был найден амитриптилин. Отлично. Ну, это как сказать. Пробей по штрих-коду кто покупатель. Так, это займет некоторое время. Есть. Кровь на туфле Асадчи принадлежит доктору Нестеренко. На Асадчи обнаружены следы вашей крови. Это результат. Как она туда попала? Я не знаю. Может, во время сеанса. 2 ваших пациентки умерли. На момент убийства Асадчи у вас нет алиби. Убийство? Я думал, она покончила с собой. Очень удобно. Депрессивная пациентка покончила жизнь самоубийством. Но вам ли не знать, что она боялась высоты? Мне тоже показалось это странным. У меня не было возможности сообщить вам об этом. А была ли у вас возможность дать Асадчи Лавровой амитриптилин? Который нельзя купить без рецепта. А у вас есть к нему доступ? Я не выписываю своим пациентам лекарственные препараты. А яды? В одном из флаконов был найден триацетат бардикинина. Как вы думаете, если мы обыщем вашу клинику, что мы найдем? Стеренко все отрицает. Держится самоуверенно. А что ему остается? Черт, ноготь. Мне надо смотреть одежду Асадчи до того, как ее переодели. Богдан Анатольевич, готовы результаты по штрих-коду, как вы и просили. Хорошо. Все антидепрессанты, которые нашли у погибших пациенток Нестеренко, были закуплены его клиникой. Отлично. Теперь Нестеренко не отвертится. О, сиди, сиди. Чем занимаемся? Работаем, в отличие от некоторых. И как успех? Представляете, есть.
Нестеренко наш клиент. А вот это вряд ли. У нас есть кожные эпители убийцы и частицы его крови. И они не принадлежат Нестеренко. Где вы взяли эпители и кровь убийцы? На обломке ногтя, который я нашел в ее одежде. И, кстати, тот, кому принадлежит эта кровь, болен. Нестеренко болен. Вы же сами это выяснили. Нестеренко болен полицитемией, а убийца Осадчи – сердечник. Почему сердечник? Да потому что в его крови есть следы адреноблокаторов, статина и АПФ-ингибиторов. Это означает, что убийца Осадчи болен ишемической болезнью сердца. Если это так, то он и выглядит как больной, бледный, отечный, страдающий одышкой. Если судить по ДНК, человек этот женщина. Секретарша. Кто? Секретарша Нестеренко. У нее царапина на щеке, свежая. И она могла закупать лекарства от имени клиники официально. Вам знакома эта женщина? Да, это пациентки доктора Нестеренко. Эти? Я не понимаю, зачем вы мне это все показываете. Как вы верно заметили, это пациентки доктора Нестеренко. И они мертвы. Ну, а я здесь при чем? Вы общались с Татьяной Осадчей? Конечно. В клинике доктора Нестеренко. Марины Лавровой? Ни с кем в нерабочее время я не общаюсь. И не пытались им помочь? Поддержать в непростой ситуации депрессии, например, амитриптилином? Я не понимаю, о чем вы. Откуда царапина на щеке? Упали? Кошка взбесилась. Это случайно не ее ноготь с вашим эпителием и частицами крови? Молчите. Экспертиза все скажет за вас. Вы понимаете, что вам светит как минимум 15 лет? У меня их нет. Я могу умереть в любой момент. Так облегчите себе участь. Можно мне воды? Вода вам не поможет. Вам поможет чистосердечное признание. Я хочу воды. Напишите все, вам станет легче. Дай мне воды! Охрана! Я. Стакан воды. Есть. За мной! Она проглотила таблетку! Скорее, да, скорее! Руки держи! Пусти! Пусти! Держи. Пусти! Сволочь! Пусти! Пусти меня! Ну что там? Откачали. Скоро сможете продолжить допрос. Спасибо. Бессмысленно. Не рассказывайте ничего Владимиру Ивановичу. Что? Не говорите ничего доктору Нестеренко. Я не хочу, чтобы он думал обо мне плохо. Для вас это важно? Да. Он ни в чем не виноват. Он отличный доктор и прекрасный человек. Пусть даже никогда не смотрел на меня, как на женщину. И никогда уже не посмотрит. Вы любите его? А что здесь странного? Я разве единственная женщина, которая влюбляется в своего начальника? Хотя у меня изначально не было шанса. Я больна. Сердце. Врожденный порог.
2 обширных инфаркта. Я работаю только на лечение и кручусь как могу. Ну, вернее, крутилась. Доставали антидепрессанты и продавали их пациенткам? Да. Доктор Нестеренко знал об этом? Нет. Он бы меня выгнал. Это началось все пару месяцев назад. После того, когда мой лечащий врач предложил мне привести свои дела в порядок. Это звучало как приговор. Я не знаю, как не сошла с ума в этот день. И мне очень захотелось поговорить с Владимиром Ивановичем. Я не знаю, зачем мне это нужно было. Возможно, просто, чтобы он меня пожалел. А у него в этот день был сеанс групповой терапии. Ну что ж, я рад, что вы согласились провести сеанс групповой терапии. А я стою за дверью, как дура. Эти красивые молодые женщины, которые изображают из себя больных. Познакомились друг с другом. Прошу вас. Татьяна. Алина. Евгения. Можно просто Женя. И ему было там очень комфортно среди этих дур. А на меня он никогда не смотрел, как на женщину. Он смотрел на меня, как на стол или как на принтер. А помощь нужна была мне, понимаете? Мне, а не им. Что было дальше? Вы что-то хотели? Боже. Как мне все это выдержать? Выдержать? Доктор Нестеренко не выписывает лекарства. Они мне очень, очень нужны. Я чувствую, что в любой момент могу сорваться. Я не знаю, что это будет. Бритва, либо петля. Неужели вам так хочется умереть? Скорее, мне очень не хочется жить. Дальше меня взяла злость. Почему я, которая хочу жить, должна умереть? А эти богатые шлюхи готовы платить любые деньги только для того, чтобы доктор уговорил их пожить несколько дней, а? Где справедливость? Ну, то, что случилось потом, можно назвать рукой судьбы. В больничной карте я прочитала, что у нее аллергия на барбитурат. А у меня с собой был флакон фенобарбитала. И я положила ей пару таблеток во флакон с антидепрессантами и отдала. Что было потом? Она умерла через несколько дней. И мне так стало хорошо дышать. И вы решили повторить? Да. Да. И делала это довольно неплохо, пока не повстречала эту осачью. Две недели прошло после того, когда я ей дала таблетки. Она все еще жила. А потом я поняла, что она начинает меня подозревать. Что вы здесь делаете? Почему? Хотела уточнить время следующего сеанса. Ну, насколько я помню, в понедельник 18:00. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Что-то еще? Амитриптилин. Что амитриптилин? Вы продавали его пациенткам доктора Нестеренко. Не понимаю. 2 из них мертвы. Вы на что-то намекаете? Ни на что. Но я надеюсь, вы не будете против, если я возьму таблетки и отнесу их в химлабораторию. Проверю состав. Я так и думала. Увидимся в понедельник.
я не могла допустить, чтобы таблетку с ядом нашли. Ведь это же улика. А я не планировала последние месяцы жизни провести в тюрьме. И вы решили избавиться от свидетелей и улики? Да. В тот же вечер. В тот же вечер я пришла к ней. По пути зашла в хозяйственный магазин, купила латексные перчатки и молоток. А потом я ее переодела и устроила так, как будто это самоубийство. Только вот флакон с антитрептилином я так и не нашла. Мы закончили. За 2 месяца ее стараниями 5 пациенток распрощали жизнью. Больше, чем у нового хирурга. Да. Как у хирурга. Вы отлично поработали. Я знаю. Ладно, мне еще рапорт писать. Увидимся завтра. До завтра. Ирочка, Ира, ты во вторую смену сегодня? Да. Нет, пациент умер на операционном столе. Ира, ну я тебя сочувствую. Ну, в конце концов, смерть – часть твоей работы. Как и моей, впрочем. Не надо так переживать. Эй, ты же сделала все, что могла, правда? Ну, хочешь, я вечером заскочу, мы об этом поговорим, хорошо? Я вечером дежурство. Куда завтра? Ир, ну давай завтра, а? Не горит же, ну. Не горит. Ну. Все, прости, не пора. Скоро мне вернут машину из ремонта, и тебе придется со мной возиться. Ну не дуйся, Богдаш. Присаживайся. Рассказывай, что там у тебя на работе? Вы задержали убийцу? Да. Он убивал одиноких, отчаявшихся женщин. Таких, как я. Ну, это совсем не про тебя. Богдан, ты красивая. Успешная. Я мать-одиночка. Мне 37 лет. И я никогда не была замужем. Послушай, ну какая разница, была ты замужем или не была? На свете миллион замужних женщин, которых никто и никогда не любил. И которые живут со своими мужьями и их же презирают и ненавидят. Вот им нужно посочувствовать. А ты сочувствуешь своей жене? Богдан. Мне кажется, что в моей жизни уже ничего хорошего
не случится. Ну какие глупости. Богдаш, у нас с тобой все будет хорошо. Ну, хочешь, я организую для твоей Яны каникулы в Англии? Мир посмотрит, язык выучит. Ей не нужны каникулы в Англии. Ей нужна полноценная семья. Прости. Вы знаете, мы ведь не были дружны с вашей сестрой. Но я ее ценила. Правда, она была отличный профессионал. Уверен, что так. Ольга. Игоревна. Ольга Игоревна, тот день, когда моей сестры не стало, она оперировала пациента. И он умер на ее операционном столе. Да. Такое, к сожалению, случается. И рассказала, что он погиб по ее вине. О, бог мой, любая операция – это риск. И вообще, я не уверена, что вам сейчас нужно об этом думать. Я понимаю. Мне важно знать, что тогда произошло. От чего умер пациент. Давайте так. То, что я вам сейчас скажу, должно остаться между нами. Конечно. Ирина делала операцию после своих коллег. Понимаете? В ходе операции она обнаружила, что у пациента сильно повреждены подвздошная артерия и подвздошная вена. Ирина сделала все, чтобы пациент выжил, но он умер. То есть, получается, что она исправляла чужую ошибку? Да. Так почему же она винила себя? Потому что пациент умер под ее скальпелем. Ольга Игоревна, мне очень нужно знать имя этого пациента. Вы можете не беспокоиться, я дал слово. Фамилия Кашева. Илья Кашева. Отчество не помню. Спасибо. Вы мне очень помогли. До свидания. Знаешь, мне ведь ее тоже очень не хватает. Мы были друзьями, она всегда была добра ко мне. Мечтал, что однажды сумеет поставить меня на ноги. Если бы я в тот день не ушел. Не вини себя. Ты ничего не мог сделать. Нет, я мог остаться. И я видел, что я был ей нужен. Следователь этот Логинов. Или полный дурак, не замечающий очевидных улик. Или он намеренно не стал их замечать. Андрей, твои улики напоминают соломинки, за которые ты цепляешься. Пойми, золотой кулон – грабитель. Суматохи мог просто забыть сорвать, понимаешь? Ну а шнур… Шнур есть в каждом доме. О нем ты мог просто и не знать. Соломинки? Да. Ссадина от удара. Подожди. Но ведь это... Змейка. На пальце убийцы было тяжелое кольцо.
в виде змейки. Я сам вчера впервые увидел эти фотографии. А вот это пациент, который умер на ее операционном столе в тот день. Это пока еще ни о чем не говорит. А вот это кольцо его жены. Софья Андреевна Богуславская, популярная писательница детективного жанра, 49 лет, настоящая фамилия Славникова. Жила одна, разведена. Есть дочь? Голубая соль. Что, тоже любите морские ванны? Предпочитаю пену. Что мы знаем о ее смерти? Вы хотите сказать, что я знаю о ее смерти? Смерть от утопления. Время смерти приблизительно между 10-11 часами утра, учитывая температуру воды в ванной. Тело нашла ее секретарь Анна Солнцева. Да, и вкололи успокоительное, готова поговорить. Я читала ее книги. А, вот почему вы стали следователем. Начитались детективных женских романов? Она хорошо умела закручивать сюжет и держать интригу. Ну, судя по всему, в сюжете своей смерти она также решила несколько повременить с развязкой. Скорее всего, мы имеем дело с убийством. Или преступник, который помог ей утонуть. Вот эта вот бутылка мартини. Я бы принял вашу версию, если бы не одна маленькая деталь. Какая? У нее смещен второй шейный позвонок. Это означает, что убийца сильно надавил ей на голову, погрузил под воду и держал ее там, пока она не захлебнулась. Значит, у нас убийство? Да.
Только нет никаких следов. Кто-то очень тщательно замаскировал их. Ребята, опросите соседей. Значит, вы не заходили в ванную? Нет. Я хотела войти, но потом остановилась, когда все увидела. Давно работаете в Богуславской? Почти год. Вообще-то я аспирантка, учусь в аспирантуре на филфаке, а у Софьи Андреевны я подрабатываю. То есть подрабатывала. Скажите, а у кого еще есть ключи от дома? Только у нее и у меня. Она жила одна с мужем. Они давно расстались. Он теперь живет в Брюсселе. А ее дочь Виолетта, она почти к ней не заходит. Я ее видела здесь с каким-то парнем, но всего один раз. Где-то дня три назад. Вот и все. Может быть, Софья Андреевна ждала кого-нибудь? Мужчину? Ну, про мужчин я не знаю. А так, Софья Андреевна, она не была компанейской. Я была одной из немногих, с кем она общалась. А теперь ее нет. Ну что? Пальчиков полно. Органические выделения на простыне в спальне. Настоящая пишущая машинка, слушайте. Я думал, их уже лет 20 никто не использует. Да уж, наверное, компьютер она не успела освоить. Угу. Примитивная женщина. Не то, что ты. А вот это интересно. Сожженные письма? Или рукопись? Добрый день. Здравствуйте. Вы, наверное, Андрей Сергеевич? Меня зовут Олеся Бельчак. Можно просто Леся. Я буду у вас работать. Что? Работать. Ой, простите, я забыла объяснить. Меня прислал полковник Туманов, Петр Федорович. Он мой дядя. Значит, полковник Туманов ваш дядя? Да, брат моей мамы. Но вы не подумайте, я на курсе лучшая была. А вы... Это Андрей Сергеевич Макаров, а я Борис Евгеньевич Ройзман. Ой. Простите. Какое мое первое задание? Как вы думаете, кто мог убить Богуславскую? Убить? Ответьте на мой вопрос. Я не знаю. Знаю только, что с дочерью они были в ужасных отношениях. Тогда, когда я ее видела, Богуславская выгоняла ее из дома. Почему они были в плохих отношениях? Я не знаю. Но, наверное, из-за денег. Где ее можно найти? Я понятия не имею. Значит, вы эксперт-криминалист? Да. Угу. Замечательно. Тогда глянитесь вокруг и дайте нам свое экспертное заключение. Богатая обстановка. Много книг. Печатная машинка. Картины. С цветами и романтическими пейзажами. Эта квартира принадлежит женщине средних лет, которая имеет отношение к написанию текстов. Браво. Просто браво. Но, к сожалению, всю эту информацию можно было получить у свидетелей. Что вы видите именно как эксперт-криминалист? Как... эксперт-криминалист? Я вижу
Как эксперт-криминалист, я вижу, что она злоупотребляла алкоголь. Простите. Простите, я сейчас. Понятно. Значит, так теперь у нас учат работать криминалистов, да? А вы знаете, что, оставив свои отпечатки на месте преступления, вы автоматически попали в список подозреваемых? Ну, я же не нарочно, вы видели. Я видел, как сопливая девчонка возомнила себя криминалистом и наследила на месте преступления. Вам бы в куклы играть, а не убийство раскрывать. Ну, я же... Но вы же можете мыть пробирки в лаборатории. Это ваш максимум. Теперь отойдите, не мешайте работать. Жестоко вы с ней. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Ну, вот кажется, то, что мы искали. Хорошая манера? Конечно, не совсем хорошие манеры. А всего лишь кровь подозреваемого. Но тоже ничего. Нам нужен человек с царапиной. Так, что случилось? Нет. А что ревешь? Я не реву. Ясно, значит, показалось. А, держи. Спасибо. Да не за что. По какому поводу поминки? Просто я не так себе все представляла. Дядя мне сказал, что им нужен эксперт-криминалист. Я думала, они мне будут рады. А-а-а. Макаров нахамил. Он мне сказал, что я ни на что не способна. А-а-а. Хотел бы я на него посмотреть в его первый рабочий день. Не расстраивайся. Просто докажи, что ты лучше. Демон, ты скоро? Привет. Здрасте. А сейчас? Дмитрий, опер. Леся. Эксперт-криминалист. Не раскисай, не сдавайся. У тебя все получится. Поняла? Здрасте. Мы нашли на полу осколок от бокала со следами крови. Скорее всего, Богуславская швырнула в кого-то. Вам что-то известно об этом? Нет. Скажите, а вы были в этой кофте, когда нашли тело Богуславского? Да. Позвольте. У вас на рукаве кристаллики соли и голубой краситель, с которым принимала ванну Богуславская. Вы сказали, что не заходили в ванну. Я... Мы не нашли никаких следов в ванне. Тогда каким же образом у вас мокрый рукав? Я просто хотела ей помочь. Я думала, что она еще жива. Зачем солгали? Я испугалась. Всегда подозреваю тех, кто первым обнаруживает тело. Скажите, а вы испугались до того, как убили Богуславскую, или все-таки после? Я просто хотела ей помочь. Я просто не смогла. Она уже была... Нам придется вас арестовать. Поехали. Что говорят соседи? Да ничего толкового. Богуславская с ними даже не здоровалась. А про Солнцева говорят, девушка с виду приличная, вежливая. Поехали, поработаем с этой приличной. Тихо мамоте, как говорится. Видела, у Макарова новый сотрудник. Да ну. Он его друг? Характер еще хуже, небось. Этот новый сотрудник в свои 20 с небольшим хвостиком гораздо симпатичнее, чем Макаров. Демон, подтверди. Назначен. Это что, девушка? Очень даже хорошая девушка. Демон оценил. Я просто дал ей платок. На первый день, а Макаров уже до слез ее довел. Бедняжка, не везет, так не везет. Ничего страшного. Демон уже взял ее по свое крыло.
Эти материалы пришлете мне. Есть, товарищ полковник. Здравия желаю, товарищ полковник. Ты что, Макаров? Ты кого мне прислал? Как это кого? Эксперта-криминалиста. Между прочим, с красным дипломом. Слушай, мы с тобой, конечно, друзья, я тебе многое обязан, но это несерьезно. Ошибаюсь, это очень серьезно. Олеся хочет стать криминалистом, но ты же видел, совсем девчонка. Куда эти трупы, улики и прочее? Вот я и подумал, что твою школу она не выдержит. Помается немного и найдет себе более подходящие занятия. Вот оно что. Что ж ты сразу не сказал? Ну так я так и говорю. Поможешь мне? Да не вопрос. Вот так проходит мирская слава. Ну и на смену приходит слава посмертная. Такой, знаете ли, с писателями иногда случается. Давайте по делу. Вода в легких Богуславской совпадает с составом воды из ванны, так что утонула она именно в этой ванне. Утонула или ее утопили? Ну, я склонен ко второму варианту. Я вот по совету Андрея Сергеевича сделал рентгеноскопию позвоночника жертвы. Вот второй позвоночничек действительно сломан. Кто-то очень сильно надавил жертве на голову. Следы на теле есть? Как это ни странно, нет. Ну, возможно, это потому, что убийце было легко с ней справиться. Половой контакт? Да. Незадолго до смерти. Значит, мужчина у нее все-таки был? Несомненно. Вот, пожалуй, все. Чем я мог вас обрадовать? Больше мне ничего не удалось выяснить. Не густо. Спасибо. Борис Евгеньевич, займитесь ногтями жертвы. Стас. Да. Вот эту женщину зовут Инга Васильевна Кошевая. Угу. Пробей мне ее контакты, где работает, с кем встречается, адреса, телефон, в общем, все. Сделаю. А кто она, Богуславская? Никто. Она проходит по другому делу. Когда сможешь сделать? Сегодня, будь готова. Спасибо. Андрей Сергеевич, а мне что делать? Кстати, у вас будет очень ответственное задание. Ничего здесь не трогайте. Да, я слушаю. Да, я ее муж. Новое лекарство? Оно дорогое. Да-да, я согласен. Оно действительно хорошее. Хорошо. Хорошо. Да, я подъеду сегодня вечером после работы. До свидания. Ну что, как успехи? Пока только снял соскобы из-под ногтей. Угу. После ногтей займитесь результатами следов на простыне. Простите,
Этим могу заняться я. А, про вас-то я и забыл. Слушайте, а у вас сегодня первый день испытательного срока, вы в курсе? Испытательного срока? Ну, конечно, я же не могу принимать в лабораторию всех, кому не лень, правильно? Вы же еще не видели нашего экспертно-криминалистического центра, верно? Вот что, компьютерный гений, покажи девушке здесь все, только начни с дальних отделов. Все ясно. Ну, пойдем? Пойдем. Не то, что ожидали, правда? И отказать нельзя. Пожалуйста, дяде. Слушайте, а вы-то что радуетесь? У вас работы мало? Пожалуйста, я вас назначу ее воспитателем. Хотите? Идем, идем. Мы почти пришли. Проходи. Да-да-да. Проходи. Слушай, дверь заклинила! Я не могу открыть! Слышь, Леся, подожди минуты, я сейчас! Стас! Стас, ты здесь? Стас! Перевел сигнал с видеокамеры. Все как завизжит. Не завизжит. Завизжит. Ставлю бутылку сухарика. Отвечает текилой. По рукам. Прекратите издеваться над девчонкой, ей и так сегодня досталось. Борис Евгеньевич, ты... Что, закричала? Нет, еще нет. Пытается держать себя в руках. Ага. Она пытается считать. До 8 уже досчитала. Классный прикол. Только мне в туалет надо. Я выиграл. Мы что, ставки делали? Ну, без меня. И уже откройте ей дверь. Пока не описывалась. С меня сухарик. Где вы были сегодня утром с 10 до 11? Была дома. Собиралась на работу. Кто это может подтвердить? Никто, я живу одна. Значит, алиби у вас нет. На кофте соляные разводы. Это еще ничего не доказывает. Вы зачем-то убрали в ванной? Зачем невиновному человеку что-то скрывать? Я же сказала, что я испугалась. Вы скрыли улики. Хотите меня посадить? Сажайте. Но сначала докажите, что ее убила я. А я... Я больше ничего вам не скажу. Ну что, как прошел допрос? Раскололи подозреваемого? Нет. Тогда бы вы не стали тщательнее исследовать улики. Не могла же я оставить вас без любимой работы. Правильно. Возможно, она не виновата. Доводы? Понимаете, в чем дело? Утопить человека не так просто, даже если человек спокойно лежит в ванной. Наш убийца был физически силен. Он надавил на голову Богуславской так, что сломал ей позвонок. А на солнце мы, как понимаете, на атлета не похожи. С этим соглашусь. Есть еще аргументы? Есть. Помимо следов Солнцевой, мы обнаружили в квартире следы неизвестного мужчины. Кровь на осколке бокала
остатки семени на простыне. Скорее всего, мужчина этот был в квартире Богуславской незадолго до ее гибели. И пока мы его не найдем, полной картины того, что произошло в квартире Богуславской, мы не получим. До свидания. Да, дела. Так она меня прокинула. Я даже жениться на ней собирался. Ты ровно поэтому, Виталий, я не вступаю в серьезные отношения. Они серьезные, у тебя давно были? Много будешь знать, плохо будешь спать. Да плевать, что плохо. Главное, чтобы было с кем. До свидания, до свидания. До свидания. Рад, что мы с тобой наконец-то выбрались в ресторан. Я тоже. Пришлось для этого ехать на другой конец города. Давай проведем эти выходные вместе. Поедем в какое-нибудь романтическое место. М? Как в старые добрые времена? Да. Ты уверен, что сможешь выбраться? Ну, конечно. Ну, Богдаш, ну что за вопрос? Черт. Что случилось? Маргарита, подруга моей жены. Стой, не оборачивайся, а то она меня увидит. Игорь, мне это не нравится. Да, мне тоже. Но поверь, если она меня увидит, нам не понравится это еще больше. Богдаша, нам нужно уходить. Черт, не оборачивайся, она смотрит просто сюда. Так, я ухожу. Я буду ждать тебя в машине. Простите, вы не расплатились. А, да, сколько? Я принесу счет. Привет, папа. Ну как ты? Это ты. И снова ночь. Сейчас не ночь. Сейчас утро, пап. А почему ты всегда приходишь ночью? Я тебе клубники принес. Помнишь, ты в прошлый раз просил клубнику? Я не виноват в том, что случилось с тобой и с мамой. Дорога была скользкая. Машина не слушала. Пап, ты опять путаешь. Я Дима. Я не мой брат Олег. Я живой. Давай клубнику есть, а? Вот, держи, дорогой, она мытая. Богуславская расходились тиражами по 200 тысяч экземпляров. Перед смертью Богуславская закончила свой новый роман. Но увидит ли он свет или нет, теперь зависит от...
написал хороший учебник. Я тогда только начинал преподавать в школе математику. Я знаю, пап. Я знаю. Мама всегда на 100% отдавалась литературному творчеству. Поэтому бы справедливо... почтив ее память, опубликовать ее последний роман. Как только это будет возможно, мы это осуществим. Спасибо. Пап. Пап, мне на работу нужно. До скорого. Не выспался, что ли? Да, да. Футбол до 2 часов ночи смотрел. Посмотрел бы сегодня в записи. В записи неинтересно, женщина. Здравствуйте. Нам нужна Виолетта Славникова. А вы кто? А мы из страховой компании. Виолетта недавно попала в аварию, хотим оценить ущерб. С ней еще был парень. Стреляй, что ли? Стреляй. А кто это? Леха стреляет, они встречаются. А он здесь? Там где-то был. Спасибо. Кто стреляет? Ну, я и что? Капитан Киценко. Стоять! Полиция! Стоять! Полиция! Бегать любишь, да? Да пошел ты! Можно я ему руку сломаю? Не надо. Она ему пригодится, когда чистосердечный писать будет. Ага, разбежался. Тихо. Так что здесь происходит, а? Тихо. Виолетта Славникова? Да. Следователь Ковальская. Нам нужно поговорить о вашей матери. А что тут говорить? Рано или поздно это должно было случиться. Что именно? Несчастный случай, самоубийство. Она пила, как лошадь. Не выходила из своего творческого кризиса. Виолетта... Вита! Меня все называют Вита. Вита, у нас есть основания полагать, что это было убийство. Правда? И кто же ее убил? Возможно, ваш друг Алексей Штырляев. Что? Штырляй? Да нет, вы чего? Штырляй мухи не обидит. Мы знаем, что вы были со своим другом в квартире вашей матери и поссорились с ней. Вам нужны были деньги. В квартире вашей матери мы нашли осколок от бокала. На осколке кровь. На щеке вашего друга свежая царапина. Если это кровь Штырляева... Это его кровь. А не надо на меня так смотреть. Все было не так, как вы думаете. Перестань сюда таскаться. Ты взрослый, у тебя своя жизнь. Мама, я все еще твоя дочь. Ты наркоманка. И денег от меня ты не получишь. Скорее бы ты умерла. Нам бы всем лучше было. Пошла. Пошла вон. Слушай, слушай. Ну ты же все равно уже старая. Ну зачем тебе деньги? Напойла? Напойла в тебя и так хватит. А мне? Ты ведьма двинутая. Дура. Старая. Вы меня подозреваете? Это смешно. Нет, пока. Где вы были вчера утром с 10 до 11? Я? Не помню. Вы напрягите память. От этого зависит, буду я вас подозревать или нет. Спокойно. Вспомнили? Не вспомнила. Значит, вам и вашему другу придется поехать с нами. Встать. Двигай давай. На допрос можешь не спешить. Смотри, что у нас есть. Штырляев и Виолетта. Убивали Богуславскую, эта сладкая парочка грабила магазины. 5000. Какие дураки. Пойдут по статье за каких-то 5000. Пойдут. Но только не по нашему делу. Андрей Сергеевич.
Что по поводу сожженных листов в доме Богуславской? Удалось что-то выяснить? О, следствие зашло в тупик. Опять без меня не справляется. Почему же? Наши свидетели говорят. Как насчет ваших улик? За ними дело не станет. Будет вам завтра неопубликованный детективный роман. Признайтесь, это не связано с убийцей. Вам просто не терпится узнать сюжет. Жду результаты завтра. Будут вам результаты? Будут. Андрей Сергеевич, я узнал насчет женщины с фотографии. Инга Васильевна Кошевая. Проживает на Жилянской, работает в кинологическом клубе «Легион». Собак дрессирует. Тут контакты и адреса. Молодец, спасибо. Не за что. Андрей Сергеевич, дайте мне какое-нибудь задание. Мельчак. Ну что ж, второй день – это серьезно. Слушай задание. Видишь этого человека с серьезным лицом? Он занят очень важным делом. Я буду ему помогать? Нет, ты постараешься ему не мешать. Можно мне вам помочь? Нет. Я справлюсь сам. Почему Макаров не дает мне работать? Вы слишком молоды. Он вам не доверяет. А вы? Я, пожалуй, тоже. У вас нет опыта. Как же мне его приобрести, если Макаров не разрешает мне работать? Понятия не имею. Тара! Тара, барьер! Барьер, молодец, молодец, хорошая собачка. Сюда накачали, быстро, быстро, накачали. Добрый день. Тара, вы ко мне? Спокойно, спокойно. Спокойно, герцог. Слушайте, уйдите с площадки. Видите, собаки нервничают. Ну, ничего страшного, потерпит. Я к вам поделаю. Ну, зачем же так рисковать? Давайте я вместе с вами уйду. Пойдемте. Простите, я не поздоровалась. Добрый день. Вы что-то хотели? Я бы хотел потренировать свою собаку. Пришел узнать, что да как. У меня 5 минут перерыв. Повторите все упражнения. Хорошо. Значит, график у вас гибкий. Да. Мы можем выбрать удобное для вас время, дни, недели. А какая у вас порода? Немецкая овчарка. О, это умные собаки. Боюсь, это не про моего пса. Какое у вас интересное кольцо. Подарок мужа. Узор в виде змеи. Раньше так модно было. Но думаете начать занятия, звоните. Всего хорошего. Инга. Черт, напугал. Извини. А что это за тип был с тобой? Приходил тут договариваться насчет дрессуры. Ты уверена? А что? Да странный он какой-то. Взял чашку со стола, с которой ты кофе пила, и положил себе в сумку. Чашку. Ну да. Так, наверное, мой поклонник. Ну а что? Что у меня уже поклонников не может быть? Как считаешь? Поклонник – это прекрасно. Но я на всякий случай пробью его по своим каналам.
сперме любовника Богуславской нет сперматозоидов. Это называется азоспермия. Ну что ж, значит, убийца уже у нас в кармане. У Софьи Богуславской был любовник. Мы нашли и исследовали его сперму на простыне. Занятие было весьма увлекательное. И что выяснили? Уровень альфа-гликозидаза в семени указывает на низкий тестостерон. Как эта информация нам поможет? Вам нужен портрет подозреваемого? А вы можете описать его, основываясь на этих данных? Ему лет 45. 50. Вероятнее всего, полный. Повадки нервные. На теле у нашего Казановы скудный волочной покров. Андрей Сергеевич! Посмотрите, похоже. Бельчак, да вы ошиблись в профессии. Вам бы в художнике-карикатурист. Впрочем, я рад, что вы таки нашли себя. Держите. Считайте, что это фоторобот. Есть только одно место, где этого Казанова можно найти. Так это Сергей Сергеевич? Да, похож. Только он у нас не работает, и в жизни он красивее. А кто такой Сергей Сергеевич? Брат Алены Владимировны, главного редактора нашего. Он к ней заходит иногда. Только сейчас Алена Владимировна, она в командировке в Праге. Где мы можем найти этого брата? У него свой магазин рыбный на Жилянской. Он там директор. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы по какому вопросу? Рыбачить решили. Акулы у вас здесь водятся? Конечно, у нас водятся здесь акулы. А директора магазина нам бы поймать одного. А, так вы Сергей Сергеевич? Именно. Пожалуйста, я вас провожу. Прошу. Вы в курсе, что Богуславская мертва? Софья мертва? Как это? Как это случилось? Да вы нам расскажите. Я не совсем понимаю. Мы знаем, что вы были любовниками. А я этого не скрываю. И знаем, что перед ее смертью вы были вместе. В котором часу вы от нее уехали? Утром. В 7. Мне надо было сюда приехать к 8 часам на склад, принимать товар. Так что, успели? Да. Я приехал без 28.
Если вы не верите, вы можете спросить у кладовщика, у грузчиков. Спросим. Я не убивал ее. Тогда вам нечего волноваться. Анна Солнцева тоже ваша любовница? Ну и что из того? Я никогда не был большим приверженцем моногамии. И к тому же я им ничего не обещал. Это преступление. Это мотив. И мы проверим ваше алиби. Стас, иди сюда. Сфотографируй и поработай над текстом. Ну и черт с ним. Зато мы теперь знаем мотив Анны Солнцевой. Богуславская и Солнцева не поделили Фурценко. Девчонка убила работодательницу из-за ревности. Как ты говорила, тихо момуть и черти вылезть. Может, вы и правы, у нас есть улика, есть мотив. Ну и почему такой кислый голос? Потому что Анна Солнцева умна и образована. Если бы она захотела убить Богуславскую, сделала бы это, не подставляясь. Старуха бывает проруха. Слушайте, у нас сегодня есть еще что-нибудь? Если честно, очень хочется вернуться домой вовремя и нормальный футбол посмотреть. Виталя, у нас убийство не раскрыто. Какой футбол? Андрей Сергеевич! Да? Я все сделал. Полюбуйтесь. Любопытно. Андрей Сергеевич. Да. Можно мне уйти с работы на пару часов? А что случилось? Личное обстоятельство. Очень важное. Хорошо, идите. Спасибо. К сожалению, удалось восстановить только несколько фрагментов рукописи Богуславского. Здесь ничего невозможно разобрать. Ну, почему ж невозможно? Вот, пожалуйста, расшифровка. Этот хитрый план пришел в голову нашему пройдохе Фурцеву. Фурцев владел небольшим магазинчиком рыбных деликатесов на Каштановой улице. Все дело было в рыбе. Здесь описана преступная схема директора рыбного магазина по фамилии Фурцев. О, какая ленивая писательница. Даже фамилию особо менять не стала. Богуславская стала свидетельницей преступления и использовала это в своей книге. Ее убили. Стоять! Что ты делаешь? Уйди! Дело! Чего? Ты долго. Ну что ж, господин Фурценко, а? Мы к вам за деликатесами пришли, а вы от клиентов бегаете. Для бизнеса вредно. Это не я. Я был не в курсе, это все он. Заткнись! Сам заткнись! Это он сказал нам обеспечить ему алиби, я приехал в 11 часов! Заткнись, Канита! Уберегите силы, Сергей Сергеевич. В камере они вам пригодятся. Вы меня взяли с поличным, ладно. Я умею проигрывать. Ну, что вы от меня еще хотите? Чтобы вы сознались в убийстве Софьи Богуславской.
Вот как. И как же я убил ее? Утопили в ванне. А вот это перегиб. Убийство Софьи вы на меня не повесите. Почему? Почему? Потому что я ее не убивал. У меня контрактура кисти рук. Я пальцы с трудом разгибаю. Не то что утопить. Как? Не верите? Пообщайтесь с моим врачом. Лучше поешь. Ира, я сам знаю, когда мне хватит, когда нет. Дело, конечно, твое, но это точно не выход. Что тогда выход? Не знаю. Ты только сразу не заводись. Может, развод? Развод. Развод? Это все, что ты мне можешь посоветовать? А я ее убить готов. Андрюш! Андрюш! Можно я тебя поживу немного? Сил нет туда возвращаться. Конечно. Конечно, можно. Ты всегда во всем можешь на меня рассчитывать. Опять за полночь. Сейчас только 9:30. Янка не спала. Тебя ждала. И я, между прочим, волнуюсь. Мам, не волнуйся, я уже дома. Иди ложись. Есть, наверное, хочешь. Голодная. Я взрослая девочка. Прости, спасибо, но я в душе спать. Сил нет. Ну, взрослая, так взрослая. Расскажу. Я такую интересную книжку прочитала. Ну, прям как про тебя. Пошли. Молодец. Ты сегодня даже до 10 успела. Да. Иди ко мне. Андрей Сергеевич, я хочу с вами поговорить. Ну? Я хочу, чтобы вы четко обозначили длительность моего испытательного срока. Справедливо. Длительность твоего испытательного срока четко обозначена. Как только он закончится, обещаю, что ты узнаешь об этом первое. У тебя все? Нет. Я дипломированный криминалист и хочу, чтобы вы использовали мой потенциал. Поручите мне ответственную работу. Пожалуйста, мне нужно практиковаться. Хочешь практиковаться? Отлично. Тогда иди. И осмотри тело Богуславской еще раз. Внимательно, сантиметр за сантиметром. Так, как тебя учили в твоем университете. Если ты найдешь то, что не нашли мы, вот тогда я буду относиться к тебе серьезно. Если нет, не обессудь. Вперед! Удиви меня. Пошли. Привет. Это тебе. Спасибо, но я не люблю розы. Ой, Даш, прости.
Да ты же сама видела. У меня не было другого выхода. Зато сейчас есть, и ты знаешь, где он. Да, я тебя понимаю. Я был неправ. Но я пока еще женат. Игорь, уйди. Послушай, ты даже не представляешь, как мне тяжело каждый день врать, изворачиваться, скрывать свои чувства, разыгрывать примерного супруга. Тебя никто не заставляет. Мы почти год вместе. И целый год я слышу одно и то же. Еще немного, еще чуть-чуть, еще немного, еще чуть-чуть, ты мне врешь. Я не вру тебе, я никогда тебе не врал. Успокойся, ну нельзя быть такой жестокой. Да, я поступил как сволочь и признаю это. Все, чего я хочу, это чтобы ты меня простил. Ну что мне стать перед тобой на колени? Перестань. Богдаш, я... Простите. Ничего, я уже ухожу. Хорошего дня. Что это было? А? Просил прощения. За что? И почему я не в курсе? За то, что привез меня в ресторан и бросил там. Туда приехала подруга его жены, и он сбежал, чтобы она его не увидела. Ничего себе. Ей еще пришлось платить за ужин. Ого. Только не говори, что ты его простила. Хотела не прощать. Не получается. Ну, я так и знала. Богдана, этот кобель вертит тобой, как хочет. Да что с тобой такое? Вера, я не знаю. А хочешь, я сама все сделаю? Ну? Один анонимный звонок его жене. Ты что? Нет, не вздумай. Это его покажет истинное к тебе отношение. Хотя оно и так очевидно всем, кроме тебя. Ладно. Поступай, как знаешь. Это твоя жизнь, действительно, чего я лезу? Но я бы с этим Карпенко завязывала. Черт! Простите, я помогу. Да ладно. Прям как в плохом кино. Да уж. Чего, убегаете от своих пробирок? Макаров поручил осмотреть тело жертв. От того, насколько хорошо я это сделаю, зависит моя дальнейшая работа в отделе. А, Макаров, это серьезно. Хочешь, помогу? Поможете? Ну, я думаю, что тебе не хочется оставаться наедине с трупом, правда? К тому же, вы сами говорите, что дело важное, зависит карьера. А вы разве не спешите? Спешу. Но если подождешь 5 минут, получишь добровольного работника. Хорошо, подожду. Да? Да. Но я быстро. И с этой минуты мы на «ты». Ясно? Как ты это все делаешь? Я просто больше 15 лет в органах уже работаю, но стараюсь лишний раз к трупам не прикасаться. Без надобности. Я дипломированный криминалист. Прикасаться к трупам – моя работа. Интересно, что заставило такую красивую, нежную девушку выбрать такую профессию? Мне всегда нравилось разгадывать загадки. Однажды я, благодаря этому, спасла собаку. Из-за этого решила стать криминалистом? Нет.
Папа хотел мальчика, чтобы он пошел по его стопам и работал в органах. Но родилась я, и мне всю жизнь приходилось доказывать, что я чего-то стою. Вот теперь Макаров меня испытывает. Никто в меня никогда не верил. Я в тебя верю. Ну, а то, что Макаров дал тебе шанс, это уже, по-моему, победа, учитывая его самомнение, это... Да. Макаров, конечно, не подарок, но он лучший спец. Вот. 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 Все? Вот теперь нужно, чтобы он допустил меня к спектрометру. Ты смотри, если будут проблемы, я могу дать тебе свой номер. Ты набирай, я проведу с ним воспитательную беседу. И что, он послушает? Я вообще умею быть убедительным. Фурсенко больные руки, контрактура кисти. Лечащий врач подтвердил, так что вряд ли он мог утопить Богуславского. Какая жалость. Что с рукописью? Удалось что-то еще восстановить, кроме нескольких страниц? К сожалению, нет. А вас заинтриговал сюжет? Люблю детективные романы. Именно поэтому вы и решили стать следователем. Мой отец был оперативником. Его убили во время операции по задержанию преступника. Мне было 12 лет. В тот день я поклялась, что тоже буду ловить преступников. Ясно. Желание отомстить за отца. Никто не верил, что я добьюсь своего. Говорили, что я рассеянная, непрактичная, что эта работа не для меня. Но они ошиблись. Мелочь не одолжите? Да. Я это беру. Красивая. Бывшая жена. Держите. Вы были женаты? Странно, если бы не было. Из-за чего расстались? Из-за того, что я был слеп. А она этим воспользовалась. Она вам изменила. До сих пор носите фотографию в кошельке? Слушайте, я просто забыл выбросить. А что? Андрей Сергеевич! Бельчак, что ты орешь как? Потерпевшая. Простите, вот. Что это такое? Под ногтем мизинца левой руки Богуславской я нашла частицы эпителия. А также остатки углерода, серы, мочевой кислоты и смолы. Да, с этим я еще не разобралась. Может, человек был заядлым курильщиком? А может, вы не будете говорить глупости? Сигарета не объясняет наличие серы и мочевой кислоты. Вообще, знаете что? Давайте этим займутся специалисты. Мельчак, за мной. Виноват, Андрей Сергеевич. Ума не приложу, как я это упустил. Упустил? Это так теперь называется? Простите. Я вчера был немного рассеян. Личные проблемы. Ваши личные проблемы, Борис Сергеевич, нужно оставлять за дверью. Если хотите, объявите мне выговор. Андрей Сергеевич, под другими ногтями у него ничего не было. А мизинец, было мало шансов там что-то найти. Бельчак, ты что, адвокат? Нет, но... ДНК-анализ эпителия, срочно! Хорошо. Что у него случилось? Жена заболела.
Нельзя было раньше сказать. Идите работать. Расскажи мне, что-то прояснилось с женщиной, у которой кольцо со змейкой? Да, эта женщина была у Иры в квартире. Уверен? Абсолютно. Ее отпечатки совпадают с найденными на входной двери, но тогда следствие их не опознало. Ты уже и отпечатки разобрал. Что намерен делать? Хочешь рассказать обо всем следователю Лугину? Пока не знаю. Нужны неопровержимые доказательства вины. Понимаю. Хочешь продолжить частное расследование, да? Конечно, конечно. Андрей, я скажу тебе честно, мне не нравится то, чем ты занимаешься. Особенно после прошлогодней истории, когда тебе пришлось уйти из практики. Прошлогодняя история не повторится. Мы идем. Пожалуйста, все в твоем распоряжении. Ваша распечатка. Спасибо, Александр Викторович. Обращаюсь. Ну что, получил то, что хотел? Да. Под ногтями жертвы вместе с эпителием, помимо мочевой кислоты, серы, смолы и углерода, обнаружены частицы каучука. Дай-ка взглянуть. Послушай, каучук смешивают с серой при вулканизации. Может, человек, который тебе нужен, шиномонтажник? Ну, у меня есть идея получше. Я проходил практику в следственном изоляторе, я работал на карантине. Так вот, там был один парень, у него воспаление на руке. Делал себе татуировку в камере и случайно занес инфекцию. Так вот, ты знаешь, что они использовали вместо чернил? Жженую резину и мочу. Совершенно верно. У нашего клиента татуировка жженка, причем свежая. А это значит... А это значит, что он недавно освободился из заключения. Значит, тюремная татуировка. Да, и причем свежая. Нужно составить список всех, кто у нас проходит по делу Богуславской. Проверить их связи. Друзей, приятелей, родственников, знакомых. Возможно, кто-то из них недавно освободился из тюрьмы. Я этим займусь. Спасибо. Ваша новая сотрудница молодец. Я бы дала ей шанс. Андрей Сергеевич, я справилась с заданием, которое вы мне дали. Теперь жду новое. Ну хорошо, тогда слушаю новое задание. Бери бумагу и ручку. Пиши формулу. С8H10N4O2. H10N4O2. Записала? Да. Так, теперь слушай вторую. С12H22O11. H22O11. Так, теперь. Разыщи мне все это и смешай первое со вторым в пропорции 2:1. Затем добавь 190 мл H2O и принеси мне в кабинет. Справишься? Да. Только давай быстрее, это очень важно. С12, H22O11 – это кажется, сахароза. С8, H10, N4 – что же это такое? Это... Кофе. Что? Он попросил вас принести ему черный кофе с сахаром. Черт, опять. Андрей Сергеевич, есть. Я его нашел. Виталий Солнцев, 26 лет, родной брат Анны Солнцевой, секретарша Софьи Богуславской. Значит, отсидел 2 года за драку с поножовщиной, вышел 3 дня назад. Молодец, быстро сработал. Спасибо. Богдан Анатольевна, это Макаров. А у нас есть подозреваемый. Да, Ким вам сейчас все перешлет. Так что вы можете спускать своих борзых псов с поводка. Это вы зря насчет борзых. Она вас и так не любит.
Любят, не любят, это все понятие условное. Знаешь, женщины – существа незамысловатые. Найди самую хладнокровную из них. Скажи пару-тройку комплиментов, и она растает. С Богданой Анатольевной такой фокус точно не сработает. Богдана Анатольевна – такая же женщина, как и все остальные. Что, не веришь? Не особо. Ну, хорошо. Давай с тобой поспорим, что еще до конца недели она вслух при всех признает, что я лучший эксперт на свете. Ну да. И за кофе для вас сбегает. Кстати, неплохо бы. Хорошо, я ставлю штуку на то, что этого не будет. Ты что, серьезно? Боитесь. Я так и думал. Подожди, подожди, давай. Договорились. Можем. Можем. Полиция. Всем оставаться на своих местах. Тише. Даже не думай. Бабуль, что случилось? Помочь чем? Ой, миленький, внука моего забрали. Куда забрали? Говорят, он кого-то обокрал. Да. Осторожно. Ну, я-то знаю, он не мог. У него одна ножка. Осторожно. Короче, другое с детства. Так. Они говорят, что он украл и убежал. Ну, как он мог убежать-то? Ну, да, действительно. Так, как фамилия внука? Потапенко. Иван. Значит так, смотрите, что вы сейчас делаете. Да. Вы сейчас идете домой, пьете корвалол и ложитесь отдыхать. Я в это время узнаю, что с вашим внуком, вам позвоню. Хотя лучше вы мне позвоните вот по этому номеру, сегодня вечером. Если ваш внук не виноват, нет, его тут же отпустят, я вам обещаю. Спасибо вам, добрый человек. Все, езжайте домой, и что делаете? Пью корвалол и ложусь. Совершенно верно. Все, успокоились? Да. Ну все. Спасибо. Езжайте, ни о чем не волнуйтесь. Спасибо, Ленинка, спасибо. Звоните вечером. Оказывается, вы можете быть добрым и внимательным. С чего вы взяли? Вы так утешали эту женщину. Может, я ей зубы заговаривал. И на самом деле хотел стащить кошелек. Бросьте, не наговаривайте на себя. Не такой вы гад, каким хотите казаться. Хоть и назвали меня и моих коллег борзыми собаками. А знаете что? Вы, пожалуй, самая симпатичная из всех борзых собак, которых я знаю. Господи, вы даже комплименты говорите так, будто хотите сказать гадости. Богуславская поцарапала свою убийцу, когда тот топил ее в ванне. Экспресс-анализ ДНК эпителия из-под ее ногтей показал, что этот эпителий ваш. Это подтверждает и свежая царапина у вас на плече. Также мы нашли в вашей квартире неопубликованную рукопись Богуславской. Ничего не хотите мне сказать? Вы публиковали рассказы в студенческой газете. Закончили университет. Были нормальным человеком. Что же с вами случилось? Сильный человек делает то, что хочет. И ни у кого не спрашивает разрешения. Вы решили стать сильным человеком. Начитались Ницше. Кажется, в конце жизни Ницше сошел с ума. А сила – это нелегкое бремя. Не каждый справляется. А разве сильный человек может лгать? Может делать все, что захочет. А если я буду поступать так же по отношению к вам? Вы? Да у вас духу не хватит. Посмотрим. Даю вам шанс на чистосердечное признание. Ваш брат во всем сознался. Но он настаивает, что сделал это по вашей просьбе. Вы хотели отомстить Богуславской, сами не решались. И он
будучи сильной личностью, сделал это за вас. Что? Он так сказал? Он врет. Господи, это ж надо, сильный человек. Да если бы я захотела, если бы я только пожелала, он бы... Вы не просили его убивать Богуславскую? Да нет, конечно. Зачем он ее убил? Из-за собственных дурацких амбиций. Он всегда мечтал стать великим писателем. Но его рассказы нигде не печатали, нигде, кроме университетской газеты. Он переживал, стал пить, драться, связался с какими-то уголовниками. Ну и влип в нехорошую историю. Его посадили. А когда Виталик вышел, он сказал, что готов начать все сначала. Но ему нужен быстрый старт. Говорил, что сумеет удержать и развить успех. Я тогда не понимала, про какой старт он говорит. Честное слово, я не понимала. Когда я поняла, было уже слишком поздно. Я прочитала ваши рассказы. И как вам? Я понимаю, они достаточно сыроваты. Они ужасны. Молодой человек, возможно, вы умеете чинить компьютер или печь хлеб, чистить чужие ботинки, но писательского таланта у вас нет. Что? Займитесь чем-нибудь другим. Если хотите добиться в жизни успеха, проводи своего брата до такси и дай ему денег. Я приму ванну. Виталь, ты только не переживай, ладно? Просто у нее сегодня плохое настроение. А давай через пару дней я снова с ней поговорю о тебе. Виталик, эй. Ты говорила, она написала новый роман? Да. А где он? На столе. Это же мой сюжет. Как? Я из тюрьмы прислала, она что, использовала мой сюжет? Это единственный экземпляр? Нет, второй в столе. Богославская всегда пишет под копирку. Ты что делаешь? Жди меня здесь. Он сказал, что когда вошел в ванную, Софья Андреевна дремала. Наверное, таблетка подействовала. Он сказал, чтобы я ушла из дома и чтобы вернулась примерно через час и вызвала полицию. Потом он забрал рукопись и ушел. Сказал, что теперь быстрый старт ему обеспечен. Вы понимаете, что стали соучастницей преступления? Сколько мне дадут? Это решит суд. Непонятно, как это относиться дальше. Ну да. Ты это видел? О! Привет лучшим спецам лаборатории. Издеваетесь? Ничуть. У меня опыт, я сразу вижу, кто на что способен. Как дела? Плохо. Макаров просил, чтобы я его удивила, и мне это удалось. Ну и что в этом плохого? То, что я подставила Бориса Евгеньевича, нашла то, что он пропустил. Макаров влепил ему выговор.
Слушай, ты показала себя хорошим профессионалом, правильно? Ты ведь за этим сюда пришла. Да, но как-то на душе нехорошо. Спасибо, что помог. До завтра. Да. Пока. Давай. Симпатичная девчонка. Да, ничего. Только мне кажется, что ты для нее староват. Почему это? Значит, тебе можно ухаживать за молоденькими аспирантками, а мне нельзя? Да. Знаешь почему? Потому что ты выглядишь на 40, а я на 25. Привет, мам. Привет. Яну уложила? Полчаса назад. Она без тебя спать не хотела. Да, забыла ей позвонить, пожелать спокойной ночи. Ей мать нужна, а не телефонный звонок. Мам, не начинай. День был так сумасшедший. Есть хочешь? Я суп приготовила. Иди на кухню, руки помой. Что ты там рассматриваешь? Свои морщинки. Откуда они берутся? Мам, ну ты что? Ну ты же самая красивая, самая молодая мама на свете. Ты мой самый любимый заяц. Я пробил того парня, что приходил к тебе и взял твою чашку. Знаешь, кто он? Кто? Брат той врачихи, что убила Илью. Вот как. Я думаю, он будет под тебя копать. Что будешь делать? Нападу первый.